Здравствуйте, дорогие друзья, недорогие недруги и совсем дешевые злопыхатели. Всем привет! Сегодня я вам хочу рассказать о культовом финском художнике, известном миру под псевдонимом Tom of Finland. Настоящее имя художника Touko Laaksonen, и широкую известность он приобрел своими эротическими рисунками. Tom of Finland стал культовым художником в Америке. Его знают во всем мире. В прошлом году в Хельсинки проходила выставка, посвященная столетию Tom of Finland. Я посетила эту выставку. Ограничений по возрасту не было, но с детьми я бы на эту выставку не пошла, с малыми детьми. Предлагаю вам посмотреть некоторые работы. Желаю приятного просмотра. Родился Лаксонен в Финляндии в далеком 1920 году. Его родители были учителями. Touko готовился стать профессиональным пианистом, но начал свою карьеру в рекламном агентстве. В 1966 году Том Лаксонен познакомился с владельцем первого гей-бара в Европе. Это был бар в Гамбурге. И работы, эротические работы художника заняли место на стенах бара. Потом постепенно работы художника приобретали известность. Он продолжал работать в рекламном агентстве и продавал по почте свои работы по всему миру. В 1976 году состоялась первая выставка работ Touko в Гамбурге, но на свою выставку в США художник смог попасть лишь в 1978 году. Там он познакомился со своим поклонником, который организовал фирму Tom of Finland. От рака умер партнер художника Нипу, с которым художник прожил 28 счастливых лет. Последние зимы своей жизни Tom of Finland проводил в Лос-Анджелесе, где у него есть дом, впоследствии House of Tom. А летом художник переезжал в Хельсинки и проводил лето в Финляндии. Дорогие друзья, как и раньше, я буду участвовать во всех прайд-парадах и выступать за права ЛГБТ. Я буду защищать права тех, кто не может сам себя защитить. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего наилучшего, мира, любви и счастья. И до новых встреч!